Так, народ, здорово всем. Я могу вам сказать привет где-то, ну, с года 1999. Я впервые встретил там тогда, начал знакомиться с играми на ПК. Вот одна из встреченных мной игр мне запомнилась. Она была вот что-то вроде в таком духе. То есть мы сейчас вот так вот выберем и пойдем атаковать. Ну, куда? Вот сюда, принять. Так, вторжение на... Да-да-да-да-да-да. Четыре часа будут перемещаться. Какая прелесть. Да, боевку, к сожалению, показать я вам не смогу. Через 4 часа точно. В общем-то, никакой тут боевки нет. Вот эти вот, короче, войска придут, повоюют. И все. Показано, боя никакого тоже не будет. Игра, так сказать, я не знаю вообще... Я просто не ожидал, что они так медленно будут двигаться. Может, авиаудар какой-нибудь организуем. Он побыстрее, может, будет. Это ж капец какой-то. Да, пробуем авиаудар организовать. Атаковать. Два часа. Ну, слушай, это капец. Боевки, короче, сразу говорю, здесь никакой нету. Вообще в помине игра, в принципе, относительно новая. Я не знаю, вот раньше, в 2001 году, ну, до 2001 года, да, я такие игры любил, потому что я тут фантазировал, как войдут войска, тут тактика была. Здесь можно, конечно, строить железные дороги. Так сказать. Дай-ка я выберу этот район. Мы можем различные вещи здесь строить. Железные дороги, опять же, они не будут показаны. Но скорость ихнего строительства сам это можешь посмотреть. Это просто какой-то капец. То есть 22 часа. Это зашел в игру, ушел? Я даже не понимаю, в честь чего она такая длинная. Ладно, давай исследование посмотрим. Да, уж боевку тут показывать не получится, это немного даже обидно. Ну, в самом начале можете посмотреть боевку, кто установит и зайдет. Так. Но тут показывать вот реально скажу нечего. Так, я могу вообще тут как-нибудь хоть что-то... Так, и что у нас тут по исследованиям? Хоть что-то можно, а вот начало. Сколько они будут длиться? Да слушай, это не игра, это уже издевательство только по времени. Это столько она исследоваться будет, серьезно. Слушай, у меня, знаешь, уже только от одного времени этой игры я могу сказать, что тут, блин, происходит. Не знаю, может, возможно, кому-то такие игры нравятся, но хотя это даже игрой не могу назвать, это тыканье по карте. Говорю, как в каком-нибудь старом времени, да, и такие игры, конечно, когда не было возможностей делать игры, такие игры как бы канали, ну, я не знаю, это садизм, а не игра сплошная, это что-то построить, 22 часа реального, бляха-муха, времени, совсем долбанулись, что ли. Ой-ой-ой-ой-ой. Серьезно? Ладно, я вот такой вот обзор сделаю, там хоть хотите, плюйтесь, хотите, нет. Сами, если нравится кому-то такое, я не знаю, как назвать, вот попробуйте поиграть. Я даже не знаю, какой мазохист будет в эту игру играть. Было бы интересно с ним пообщаться, узнать, чем он тут, как говорится, промышляет. Всем удачи, всем пока. Я пошел дальше тут игры заценивать.